Для всех поступающих в магистратуру Казанского федерального университета организована Олимпиада. Я – магистрант КФУ. Отборочный этап уже состоялся. Как проходит заключительный этап, мы узнаем в следующем сюжете. Олимпиада проходит с целью выявления и развития творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, стимулирования учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности обучающихся, ориентированных на продолжение академической карьеры в Казанском федеральном университете. Студентка 4-го курса кафедры общей экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Александра Пономарева поделилась своим мнением, почему считает Олимпиаду «Я, магистрант КФУ» отличным помощником при поступлении. И сама эта Олимпиада, то, что ее вводят вот так вот в институт, это, ну, большое удобство, потому что, ну, лишние хлопоты летом, например, при сдаче экзаменов. Также, мне кажется, это поменьше стресса будет, как летом, как будто не такая большая ответственность и огромная задача стоит. Сама же Александра Пономарева из Казахстана. Она рассказала, почему выбрала именно Казанский федеральный университет. Я и поступала на бакалавр тоже из Казахстана здесь. Отдельно приезжала, сдавала экзамены. Мне кажется, что именно в этом институте больше перспектив, чтобы в дальнейшем найти хорошую работу. И вообще в плане учебы тоже, ну, большая квалификация получается. В этом году Олимпиада проходит по 65 направлениям. В отборочном этапе приняли участие более 2000 человек. На заключительный приглашены более 1000. 70% это студенты Казанского университета, 30% из других регионов. Формат Олимпиады определяет институт в индивидуальном порядке. Мы пообщались со студентом 4-го курса кафедры общей экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Булатом Хайрулиным на тему того, почему же он выбрал КФУ для продолжения своей академической карьеры. За время обучения в Казанском федеральном я для себя понял, что здесь преподают очень качественно, информацию дают очень четко и ясно. И у выпускников Казанского федерального очень много возможностей и направлений в дальнейшем, куда можно пойти работать. Победитель Олимпиады «Я, магистрант КФУ» по решению экзаменационной комиссии согласия абитуриента приравниваются к лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний по программам магистратуры, соответствующим направлениям Олимпиады. В течение 2 календарных лет с момента получения диплома Олимпиады. Илья Андреев, Фарид Захитуглы, Универньюз.